мой любимый флейтсконский волос от Херент. Он имеет такой достаточно наполненный пучок, такой пухленький у основания и очень тоненькое ребро. Вот. Ворс очень универсальный, им можно как и писать, да, работать, то есть держит мазок хорошо. Можно делать большие заливки хорошие, вот. И можно, конечно же, смачивать лист. Сейчас посмотрим, какие он делает заливки. Делаем заливку. Заливки делают очень красиво, с такими акварельными переходами. И ровные. Если флейц отжать, то можно легко протереть по влажной краске. Главное, чтобы она не высохла. Важный такой момент, который редко встречается среди флейцев, это очень компактная ручка. Вот такая короткая, но очень гладкая. Ее приятно держать в руке. Одна из самых удобных и любимых мною ручек. Вот, и помещается он в абсолютно любой пенал. Просто флейцы, как правило, имеют длинную ручку. И когда хочется взять какой-то маленький компактный пенал, то они не влезают. Этот же очень такой, буквально мини-пенал.